Как передать подарок для ребенка Деду Морозу? Это действительно очень важный вопрос. Существуют различные варианты передачи подарка, но наш многолетний опыт показывает, что самый удобный вариант – передача подарка на месте проведения праздника. Когда Дед Мороз придет к вам, он обязательно забудет свой мешок в прихожей около дверей и пойдет играть с вашим малышом. В это время вы сможете спокойно положить подарок в мешок. Поскольку торжественное вручение подарка будет происходить в конце программы, то у вас будет достаточно времени на это. Таким образом, вы не отвлекаетесь на передачу подарка заранее, и ребенок не сможет заподозрить неладное. В конце поздравления Дед Мороз обязательно вспомнит про свой волшебный мешок и самым чудесным образом вручит ребенку долгожданный подарок. Если на празднике будет несколько детей, то мы рекомендуем подписать ваши подарки.